финальный Юнусов и Саворов, Резнец, Квинс, до Виназаров, Кемель, 46 килограммов. Финальный поединок. Юнусов, Ильнур, Кузнец, Пензенская область, Виназаров, Кемель, 100. Ковер 3 приглашается Фельцов, Гусев и готовится Валеев, Галко. Бои за третье место. Готовится Лунёв, Гусев, Лунёв, Гусев, Роман готовится. Третье место.
50 килограмм. Не-не, замечание к размеру подключения красных волос. Юнусов Ильгиз, Кузнец. Лыбкин Алексей, Пермский край, Соликамск. И готовится Бургашвили, Мирза Шуфара. Бургашвили, Мирза Шуфара готовится. 2 балла красного. Встать болевой. Иванов готовится. На ковер приглашается, и занял 3 место. На ковер приглашается Валеев Галко. Валеев Галко приглашается. Готовится финальная встреча. Гайнулов Марат, Новочебоксарск. Ставиский Даниил, Москва. Давай!
замечаний сегодня. Полевым приемом победы лежал Акбаров Абулай Выкса и занял третье место. Алиев Мысик. Не-не.
Замечание красных. И готовится Клушин Дмитрий, Нижний Новгород, Ложкин Владислав. Кузнецк. Засечь время. Петрухин Овчаров. И готовится Носков Миронов, Миронов Круглов. Приготовится вес 50 килограммов. Серванюк Степан. Мусаев Самир.
победу одержал Куприянов Вениамин, Нижний Новгород, Заречье, и занял третье место в весовой категории до 60 кг. На ковер вызывается весовая категория 66 кг. Поединок за третье место. Шимаян Усуп, Нижний Новгород, Горбунов Кирилл Кстова. И приготовился к финальному поединку. Лежал Носков и занял третье место. Здесь. Ширковский Данил, Набережные Челны, Чеглов Владислав Кстова. Захаров Настас, приготовится вес 31 кг, полуфинальная встреча. Мочалов Никита, Чаусов, Максим, Мочалов, Чаусов готовится. Мельников, Тихомиров, и готовится вес 55 кг, Хлебодаров, Спиридонов, Логинов, Сергеев, бои за третье место. Защитное удержание в этом поединке победу одержал Горбунов Кирилл Кстова и занял третье место в весовой категории до 66 кг. На ковер вызывается весовая категория 66 кг, финал. Ширковский поединок, Набережные Челны, Казахстан. Шудлов, Станислав, Чайкин, Георгий, Зверев Давид, поединок за третье место. Чайкин, Зверев, готовится. Защитник 4 балла, ставь встречу. Сьямов Захаров. Полуфинальная встреча 31 кг. Мочалов Чаусов, приготовится Соловьев Лесников. Куртку поменяйте, вас не красный. Засечь время. Чалов Чаус, Соловьев Лесников готовится. Считай душающий прием. Замечание синему, захват за пальцы. Первое предупреждение синему, захват, запрещенный захват. Дал красный, удачи. Душающий прием, Мочалов вышел в финал.
В этом поединке полевым приемом победу одержал Зверев Давидий, Рыбинск, Ярославская область, и занял третье место в весовой категории до 72 килограмм. Ввиду снятия Сергеева, победу лежал Логинов красный и занял третье место. На ковер приглашается Смирнов Рогожа. Победу в этом поединке одержал Сафронов Кирилл Кузнецкий, занял третье место в этой весовой категории. А это Мустафа Кстова. Готовится поединок за третье место, вес 78 килограмм. Хомов. Тестер Азимов. Тестер Азимов готовится. Феденев, Смирнов приготовится, Малясов Кирилл, Иванов Даниил. Готовится бои за третье место Тарасов, Богдашкин. Бой за третье место готовится, вес 60 килограмм.
Победа держала Рогожин. На ковер приглашается Тарасов Богдашкин. Первое предупреждение красным за высоковля голоса. Антонов занял третье место. Ввиду снятия Шупильцов, Цова. Антонов занял третье место. На ковер приглашается Тарасов Богдашкин. И готовится Талисмахер. Стойка. Бурмистров. Пухин, Безруков.
преимущество победы лежал в талисмахе. И занял первое место в своей весовой категории. Красный. Считай, душа еще прием. В этом поединке
победу, первое место в весовой категории свыше 78 килограммов одержал Комаров Егор Арзамасов.